Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать. Меня зовут Юлия Александровна Федорова. Я кандидат наук, доцент кафедры общей педагогической психологии Башкирского государственного педагогического университета и детский практический психолог. Очень много работаю с детьми и в рамках частной практики, в том числе и диагностика, и коррекция с помощью рисунка. Тема, которая сегодня заявлена, это тема достаточно широкая, потому что детский рисунок применяется всеми теми специалистами, которые работают с ребенком, вне зависимости от того, относятся они к психологической деятельности или нет. Сегодня мы будем говорить о детском рисунке для диагностики, которая может быть применена любым педагогом и на которую может обратить внимание даже родитель, когда взаимодействуют с ребенком для того, чтобы определить, есть ли какие-то звоночки для отклонений в развитии, есть ли какие-то небольшие там нюансы, на которые стоит посмотреть. Так, я листается. И начну я с нескольких цитат. Первая из них это о том, что каждый ребенок художник, и тут трудность заключается только в том, чтобы он остался художником, когда выйдет из детского возраста. На самом деле дети любят рисовать. Большая часть детей рисует с удовольствием. Но дело в том, что в процессе нашего с вами воспитания, в процессе взаимодействия со взрослым, ребенок больше собирает установок, каких-то внутренних зажимов, страхов и перестает рисовать. Творческая составляющая в рисунке – это не единственное, что мы можем оттуда взять. Если мы также обратимся еще и к Сеченову, который говорит, что конечным звеном каждого психического акта является движение, то рисунок демонстрирует внутренний мир ребенка. И если мы говорим о том, как же рисунок можно использовать в диагностике, и уж тем более, как можно по какому-то количеству каракулей, которые рисует ребенок, определить что-то. Очень часто родители, особенно когда с ними взаимодействуешь, говорят, да, просто вот у него было такое настроение, он нарисовал. Так если мы обратимся как раз к физиологии, то любое психическое проявление требует какого-то движения. И чаще всего такое внешнее действие или такое движение может быть в нашем мире выразиться двумя способами. Это либо через словесность, это можно написать, если ты уже более взрослый, можно сказать, можно выговориться, и тогда через слово мы получаем подтверждение того, что наше внутреннее переживание нашло проявление вовне. А второй способ – это как раз через рисунок, который может быть способом изображения, символом и знаком. Если мы говорим о детском возрасте, там, 2-3 года, то словесность еще не развита, и речевых функций еще как таковых немного. И ребенку достаточно непросто сформулировать свои переживания, ощущения. И тогда рисунок становится чистым выплескиванием той негативной или позитивной эмоции, которую переживает ребенок, которую он может транслировать на бумагу. С появлением уже функции речевой он может объяснить, пояснить и демонстрировать. Нам важно понимать, в каком возрасте и на что обращать внимание. И здесь есть несколько этапов, которые последовательно ребенок проходит в своем изобразительном творчестве. Как же научиться читать детские рисунки? Для этого нужно понимать, что в жизни человека рисунок играет разные функции. Рисунок – это след присутствия и активности, рисунок – это выразительная функция, и рисунок – это проективная функция. Немножко поясню. Первое, что появляется для нас в рисунке, это след присутствия и активности. Это то, что связывает мир человека с животным миром. Если мы говорим о виде следов, которые оставляют животные,
то они их оставляют либо для того, чтобы показать момент своего присутствия, я есть, как некое селфи, да, на дереве, на снегу. Это может быть след с помощью их там, ножки или след, которым они делают пометки, да, с помощью своих испражнений. И в этом вопросе детский рисунок в самом начале, в самом первом своем проявлении тоже является следом присутствия. Если мы на это обращаем внимание, то мы начинаем прекрасно понимать, что же делает ребенок, изрисовывая все обои в округе. Или, например, мама двухлетней девочки очень сердится на нее за то, что она изрисовала ей паспорт. И здесь с точки зрения понимания активности и присутствия следа, как следа присутствия как такового, можно очень хорошо понять ребенка. То есть, смотрите, получается, мама вышла на работу. Конкретный кейс вам, да, поделюсь. Девочка стала видеться с мамой меньше. Она вынуждена ходить в детский сад. Она скучает. Она нашла паспорт с изображением мамы. И на изображении мамы оставила свой след, показав тем самым свою большую близость и присутствие, пометив тем, что мама моя. И это тоже определенный способ демонстрации того, что я здесь есть. Изрисованные обои, подчерканные парты. Дети, кстати, тоже не только в совсем раннем возрасте, но и в более старшем оставляют таким образом следы. То есть получается, что вот такое чиркание и просто обозначение какого-то рисунка в каком-то пространстве, прежде всего, может быть самым простым, самой простой связью с животным миром. Это изображением некого следа присутствия и активности того, что я здесь есть. А второе – это выразительная функция рисунка. Здесь речь идет немножко о другом, что я могу выразить свои чувства, свои эмоции, могу продемонстрировать свое состояние. И третье – это проективная функция рисунка, когда с помощью рисунка я создаю проекцию внутреннего мира, и это как раз используется психологами. Есть достаточно много проективных методик, которые широко применяются для того, чтобы посмотреть на внутренний мир и продемонстрировать те изменения, которые произошли. Прежде чем обратиться к расшифровки в начале этапов детского рисования, как я сегодня запланировала, а потом уже об особенностях рисования у различных групп детей, ну и познакомить вас, может быть, кому-то напомнить о тех, какие методики сегодня чаще всего применяются, какие у них есть ограничения, я бы хотела предложить вам очень простой тест. Я прошу вас взять листочек бумаги, какой-то небольшой кусочек, ну, полстранички вам будет достаточно, и на этом листочке бумаги задание будет простое. Нарисуйте линию. Просто нарисуйте какую-нибудь линию. И заодно подиагностируем ваше состояние сейчас. И уже исходя просто из линии, которую вы нарисуете, мы можем с вами ответить на простые вопросы. Например, прямая ваша линия или волнообразная? Или изгибистая? Если мы говорим о прямой линии, она больше свойственна взрослым. Дети чаще не рисуют прямых линий, они не ищут каких-то готовых прямых решений. Насколько эта линия прочерчена, сила ее нажима? А самое главное, ваша линия по своей траектории идет вверх или вниз. Если она идет вверх, это говорит о том, что у вас достаточно много жизненной энергии, о том, что вы находитесь на позитиве, на волне, что у вас есть возможность движения вперед. Если же ваша линия идет вниз, то это говорит об усталости, о том, что у вас недостаток жизненной энергии. Все, что движется вверх, это про активность. Все, что движется вниз, это про усталость, про недостаток. Если в вашей линии много углов, или они появились, это говорит о волнении, как минимум, как максимум, о злости, агрессии, которую вы испытываете, внутреннем раздражении, с которым вы готовы
ну, не готовы, может быть, на бессознательном уровне не выводите его, а может быть, знаете. Насколько ваша линия может быть охарактеризована вопросом, какая она? Простая, прямая, волнистая, веселая, добрая, или, может быть, она задорная или очень раскидистая. Ну или посмотрите на то, не нарисовали ли вы линию горизонтальную, ровную, прямую. Это про стабильность, это про ровность. Это стремление пойти, ну, больше простым путем. И если линия лежит на линейке, и вы ее четко очертили по клеточкам, то здесь вопрос про поддержку и опору, которой, может быть, здесь не, или сейчас не хватает. Ну и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, что самые простые проективные методики работают, поставьте огонечек те, у кого совпало, или у кого откликнулось, или кто считает, что методика дала им обратную связь. Спасибо. И такой маленький простой тест – это, наверное, больше про активацию, больше про то, чтобы спросить у себя, у самого, а все ли со мной сейчас в порядке, а на что мне стоит обратить внимание, а что со мной происходит. Я в своей практике, ну и в этом плане, если линия горизонтальная, это про спокойствие, про стабильность и про поиски какого-то готового, простого решения. То есть нарисовали горизонт, все, вот я иду ровненько. У меня все сейчас ровно и затаившись. Да? Если мы говорим о том, как интерпретировать рисунок, то вопрос, так, сейчас поотвечаю на ваши вопросы, а потом про интерпретацию. Если по диагонали, то это как раз о том, вверх она у вас идет по диагонали или вниз. Но опять же, если она четко опирается на клеточки, это история про взрослых. Дети редко опираются на клеточки, которые есть в тетради. Если вниз, то это недостаток энергии. Это про усталость. Волнистая вверх, волнистая сверху вниз. Волнистая сверху вниз – это все-таки про недостаток энергии. А вообще про волнистость – это про игривость, про задористость, про возможность проявления различных эмоций. Может быть, про веселость, про какую-то… Ну, чем отличается ровная линия от неровной? Если она такая гладенькая и с волнами… Сейчас я чуть-чуть порисую вот прямо здесь… Если она какая-то вот такая, да, то это больше про задористость. Если она вот прям вот какая-то вот такая, это про агрессивность. Чисто линия вниз говорит про спад энергии. Линия волнистая по горизонту, ну, знаете, как морская волна. Тут, наверное, можно даже и похвастаться тем, что у вас все хорошо, ровно, есть такие спокойные перепады. Вообще очень важно, к чему я начала это говорить, очень важно оценить, насколько вы сами это ощущаете. В интерпретации рисунка, детского рисунка особенно, я против того, чтобы были четкие жесткие рамки. Но хотя все проективные методики имеют свои ключи для интерпретации, что если ребенок, например, рисует темными тонами, то, скорее всего, у него негативный фон. Вот, но вот в таком формате – да. Но если он нарисовал там черные волосы, то у него депрессия, я бы сказала нет. Потому что даже сейчас по линиям первый вопрос, который я вам задала, это как вы ее сами видите, да? Какая она для вас? Потому что проективная методика и вообще детский рисунок, так же, как и взрослый рисунок, это больше вопрос про то, что вы там сами закладываете. Тем более со взрослыми, когда мы задаем такие вопросы, мы больше про то, как мы там себя ощущаем. Поэтому можно дать название этой линии, можно поговорить о ней, можно вообще посмотреть на нее и понаблюдать, что я здесь вижу, насколько эта линия мне самому нравится или не нравится. Хотел бы я, чтобы она была другая. Хотелось ли бы мне, чтобы она была в таких четких рамках, нарисованная прям по клеточкам. Или мне хотелось бы,
чтобы она была, наоборот, более свободной, зигзагообразной. Или мне хотелось бы, чтобы она была более непредсказуемой. И здесь всегда есть зона роста, которую мы так или иначе можем отметить. Вот так читаются рисунки в целом, самые простые в том числе. Движемся дальше. Если мы говорим о том, как развивается детское рисование, то оно обязательно должно включать определенные этапы. И эти этапы проходят последовательно. Так же, как и в развитии всех других функций, у детского рисунка есть этапы кризисные. Но, например, период примерно 9 лет плюс-минус – это вообще период, когда дети очень мало рисуют, и у них происходит пересмотр жизненной концепции относительно рисования. Потому что там с 5 до 7, до 8 лет они рисуют с удовольствием, у них проявление творчество во всяких коляках-маляках, потом уже в сложившихся каракулях и в сюжетном рисунке. А после, в подростковом возрасте, это уже сюжетные рисунки, это уже иллюстрации, в которых отображаются не только какие-то графические элементы, но и особенности личности ребенка. А вот в 9 лет происходит кризис. Но начинается все с первой ступени до изобразительной стадии, когда на втором году жизни у ребенка появляется открытие, так называемый карандаш, кисть с краской или просто собственный измазанный палец. И если что-то им поделать на поверхности, то будут появляться следы. Это как раз то, о чем я говорила. Это первые хаотичные движения по любой подвернувшейся под руку поверхности. Здесь удовольствие от самого процесса движения, здесь есть наслаждение от того, что я могу оставлять следы. И здесь в таком масштабном философском смысле можно говорить об истории того, что я есть, потому что от меня остаются следы. То есть я могу делать уже какой-то продукт, а это будет маленький след, начерканный на листочке. Поэтому ребенок может с радостью это движение продолжать, даже может быть... несмотря на эту картинку, но ему нравится вообще само движение, само ощущение, само появление рисования. Вторая ступень до изобразительной стадии – это примерно полтора года. Но это опять условно в зависимости от развития ребенка. Если ему не делали деактивацию на первой, то есть не мешали, если каждую из стадий родитель притормаживает или вмешивается в нее, то, соответственно, будет задержка развития, и каждая следующая стадия будет развиваться тоже не так быстро. Но, например, и делает очень серьезные отпечатки. Вот сейчас вспомнилась история, когда достаточно взрослая клиентка должна была переходить работать в более крупную компанию на высокую должность, руководящую должность, и она никак не могла решиться. Ей все время было сложно там пойти на корпоративное собеседование, на котором она должна была принять участие несколько этапов. И, в принципе, у нее есть опыт, она в таких проектах уже участвовала. Но ей было очень страшно. И когда мы с ней стали в терапевтической работе это исследовать, то нашлась очень интересная деталь из детства. Когда ей было 5 лет, 4 года, где-то 4-5 лет примерно, то она, даже, может быть, чуть-чуть помладше сейчас могу ошибаться, то она говорит, я очень хорошо помню, что меня заставляли рисовать, обводя раскраски внутри. И все время прям очень требовали, чтобы я не выходила за рамки. И эти раскраски, ну, как бы, там дедушка приходил с ластиком и подстирал, если я вдруг, вот, чиркая, выходила за фигуры. И от этого мне все время было так больно и неприятно для маленького ребенка в его субъективном восприятии, что я потом перестала рисовать совсем. И в такой картине мира, посмотрите, да, выйти за рамки уже известной ей деятельности, встать на новый какой-то этап своего развития, для нее стало соотносимо с тем опытом, когда она рисовала детские рисунки, и ей хотелось выйти за границы. А это тоже стадия доизобразительная, когда я с помощью карандаша могу пометить как можно больше листов бумаги
Если вы малышу, который садится рисовать, дадите пачку, он эту пачку вмиг разрисует, потому что его задача как можно больше оставить отметок, выйти за рамки. И очень часто дети, начиная рисовать, переходят на пол, стены, случайно захватывая поверхность стола. Это как раз о том, что границы выставляются только после того, как пространство освоено. И, соответственно, это очень важно. Это может быть, ну вот это был субъективный случай для этого конкретного человека, но это может быть и для других тоже каким-то своим отпечатком. Когда вот такое очень раннее требование сохранять границы потом остается и во взрослой жизни. На этой ступени у ребенка появляется способность устанавливать контроль за своими движениями. Он может понимать, что делает его рука. Для взрослых эти произведения остаются каракулями, непонятными нагромождениями. В то время как для ребенка это очень важная составляющая, потому что он сейчас занимается установкой моторной координации. Это практически как вы научитесь водить машину. Вы садитесь за руль и искренне удивляетесь, как так здорово от простых ваших действий большая железная машина начинает приходить в движение, и как она слушается и отвечает на ваши крошечные изменения движения. Также у ребенка выстраивается зрительно-моторная координация. Вот, это что касается до изобразительной стадии. Рисунки очень хаотичные. Если они выходят за границы, это нормально. Если появляются какие-то элементы, это уже тоже следующий этап развития рисунка, потому что на первом этапе это хаотичные каракули. Они могут быть потом немножко систематизированы. На следующей, третьей ступени до изобразительной стадии, на которую ребенок переходит где-то через 6-12 месяцев после наступления стадии хаотичных каракулей, у него происходит следующее интеллектуальное открытие. У листа бумаги, на котором он занимается этой размалевкой, есть края. И он начинает учитывать границы, то есть контролировать свое игровое поведение на листе бумаги. Если ребенок через год после установления вот этих зрительно-моторных координаций продолжает игнорировать границы листа, то вот тут как раз стоит немножко обратить на это внимание и обратиться к специалистам для консультации. В детском рисовании совершается огромный интеллектуальный взлет, потому что ребенок начинает интерпретировать то, что он там намалевал. И он в этом ощущает себя всемогущим. На этом этапе детский рисунок становится диагностичным не потому, что он нарисовал, а потому, что он об этом может рассказать. Потому что изображается часто очень то, что важно, ценно, значимо и то, что сейчас актуально в памяти. Папа едет на машине, мама и Саша идут в магазин, Юля катается на велосипеде. Естественно, вот в таком рисунке взрослый мало чего из этого может разглядеть, но ребенок может об этом рассказать. И здесь в этой истории рассказ ребенка имеет большее значение, чем именно интерпретация цветов или там способов рисования. Хотя цвета вот здесь тоже достаточно мрачные. Затем наступает следующая стадия. Стадия интерпретации. Где-то к 2,5-3 годам, если в этом возрасте родители не навязывают ребенку свои образцы правильного рисования, то он чудесно может рисовать собственные картины. И эти картины дают ему возможность складывать представления о своем мире и о том, как выстроен окружающий мир. Здесь очень частая ошибка взрослых заключается в том, что они включаются в роль деятеля. Ну, например, в моей практике была девочка, которая рисовала квадрат Малевича. Она рисовала черный квадрат, и ну, все забеспокоились. Она его рисовала регулярно, замазывая черными красками. И когда мы делали первичную диагностику, я у нее спросила: «Скажи, пожалуйста, а что нарисовано на твоем рисунке?» И она мне очень подробно рассказала, что на этом рисунке нарисовано дом, дерево, что на этом рисунке нарисовано
там девочка, школа, еще что-то, что-то, что-то. И она очень подробно рассказала об этом рисунке. Я спросила, а почему же так черно? Она говорит, ну, потому что в доме, в этом городе наступила ночь, поэтому и черный. Вот, и ребенок, объясняя это, естественно, интерпретирует свои действия. Но если мы посмотрим на более глубокий уровень, на психический уровень, что же происходит? А происходит то, что мама очень хорошо рисует. И когда девочка обращается к ней, она очень красиво дорисовывает ей ее картины. Ну, например, девочка рисует очень плохо домик, и мама рисует красивый домик. Когда девочка рисует сама, у нее рождается комплекс неполноценности. Она понимает, что ее рисунки не очень красивые, поэтому она чудесно делает ночь, чтобы ее рисунки были не видны. С одной стороны, с объяснения ребенка вроде бы как бы, ну, все понятно, ну, ночь, ну, да, хорошая фантазия. С другой стороны, мы тут видим тревожные нотки, что девочка уже находится в соревновании с мамой. И она свою самооценку, конечно же, чувствует и видит ниже, чем самооценку мамы, чем оценку мамы, как и как художника. И тут развитие, рисунок не будет развивающим. На этой стадии взрослый нужен, как понимающий слушатель. То есть для того, чтобы состоялся этот переход от наглядно-действенного к образному мышлению, должны быть появление персонажей, которые ребенок только отмечает. При этом через выстраивание диалога, взаимодействия, это ведь хорошая возможность еще и формирования коммуникативных навыков. То есть когда взрослый может при этом подыграть ему на листе бумаги. Большинство детей болезненно относятся уже сами к вторжению взрослого в тот мир, который они создали. И людям, родители при этом, отлично или взрослые, могут участвовать, только спрашивая, что там нарисовано, кто там есть, как это надо дорисовать. В общем, ну и просто выстраивая диалог возле этого рисунка и восхищаясь им. Тогда ребенок рисует. Тогда ребенок развивается в рисунке. Изобразительная стадия, вторая, о которой мы говорили, наступает тогда, когда появляется изображение людей. Первое изображение людей, и для психологов, которые, я думаю, работают с детским рисунком, это знакомая история, это головонок. Классический головонок изображен на рисунке 1. Почему он так называется? Потому что он имеет характерные признаки. У него есть овальное туловище, голова, соединенные вместе. На нем могут быть вырисованы глаза, рот, нос. И у него из этого головы туловище округлой формы выходят руки и ноги. Это называется головонок. Свойственно примерно для 3-3,5 лет. Это таким образом изображаются живые предметы, живые объекты. Это люди, животные, насекомые, и они могут быть на этом этапе, вот на другом рисунке видно, что изображены пока еще хаотично на странице. Притом вот здесь вот на этом рисунке видно, что ребенок несколько раз правил, да, то есть он каких-то ему не понравилось, он их тут же убрал, нарисовал тут же других. Тоже нормальное явление до этого возраста. Хаотичность. К 4 годам наступает вторая ступень изобразительной стадии. Ребенок делает просто мировоззренческое открытие, что окружающий мир структурирован. В рисунках появляется линия Земли. Она обычно имеет цвет темный, черный или коричневый, может быть зеленый, если это траву рисует. Появляется белый снег, появляется расположение персонажей рисунка, которые мы уже можем видеть, кто с кем, да, сверху появляется линия неба. И на этой ступени детям всегда очень нравится передавать динамику, то есть различные людские природные явления. Здесь он может вначале нарисовать коричневую землю, потом покрыть ее белой краской, показать, что наступила зима. Или, например, он может там поставить человека вначале в шортах, потом сверху дорисовать ему резиновые сапожки, потому что пошел дождь, или добавить дождик, или добавить ему при этом зонтик. То есть динамика прямо в процессе рисования, когда ребенок рисует и тут же меняет эту картинку на своем же рисунке.
Вот, и ничего страшного, если линии не соблюдается. Вот здесь, например, цветы у нас вот так вот в воздухе висят нормально, но есть уже структурированность и стремление к тому, что деревья, дом растут на траве, есть солнышко, есть небо, раскрашенное в голубой цвет, и, видимо, вот яркое впечатление центральное занимают цветы, как создание определенного настроения. Вообще настроение на этом рисунке классное, потому что цветов используется много. Есть, конечно, такое темное дерево, может быть, какой-то, если поговорить, страх. Ну, это нужно делать в общении с ребенком. Вот. Ну и также здесь тоже, видите, тут четкие пространственные линии наблюдаются. В дошкольном возрасте, на 6-м году примерно жизни, ребенок овладевает представлениями о том, что такое вертикаль и горизонталь. Он рисовал человека, может быть, в наклонном положении, может быть, даже падающего, то теперь он то четко вертикально стоящий. И концепция, ну, то есть рисунок выстраивается концептуально так, что есть руки, ноги, они примерно соразмерны по отношению к тому, как должен быть изображен человек. Но руки по-прежнему могут изображаться из середины туловища, и второстепенные детали на этом этапе еще достаточно немногочисленны. Примерно к 6 годам ребенок рисует руки от верхней части туловища, и появляются второстепенные детали, такие как пальцы, волосы, брови и ресницы. Сложность рисунка может быть разной. Она может быть с небольшим количеством второстепенных деталей. Она может быть, ну вообще в интерпретации детского рисунка сразу могу сказать, что стоит обратить внимание на соразмерность этих деталей. Вообще руки – это деятельность, ноги – это возможность движения. Да, вот здесь у нас очень деятельный человек. Здесь вот немножко другая схематизация. Вот этот рисунок более детализирован, этот рисунок более схематичен. В младшем школьном возрасте происходит такое соотнесение, когда пластические, схематические элементы в рисунке начинают уравновешиваться, и примерно к 10 годам начинают преобладать пластические элементы в изображении рисунка, когда уже нет схематических деталей. Рисунки предподросткового возраста уже носят ощущение реалистических рисунков, и ребенок еще недостаточно владеет способами их изображения. И на этой стадии может продолжаться вплоть до подросткового возраста. Но после младшего школьного возраста, примерно средней школы, ну и такой четвертый, третий класс, это кризисный возраст для рисования. Вот, рисунки могут быть еще очень схематичные. Где, видимо, схематизировано еще все. Это изображение человека, вот этот пластичный рисунок, когда мы видим уже обтекаемые детали. И уже начиная с подросткового возраста до взрослого возраста, типично пластическое изображение, и в рисунках отсутствуют или слабо выражены признаки, характеризующие пол персонажа. Иногда только по одежде можем отличить, кто мужчина, кто женщина. Вот это вот с невыраженными сексуальными признаками, да, с гендерными признаками, а вот здесь уже представители пола более ярко выражены на рисунке. Это что касается динамики развития в разном возрасте. Прежде чем вот этот кусочек закончить, я, наверное, еще раз обобщу, что дети рисуют последовательно, этапно. Детский рисунок развивается так же, как развиваются все остальные познавательные функции, ну и вообще психические функции человека. Если мы говорим о развитии детского рисунка, то главная задача взрослого быть соучастником, а не контролером, который помогает ему развиваться, а не диктует ему, каким образом ему выстраивать изображение. Что же мы можем увидеть на детском рисунке? Какие у нас тут могут быть особенности? Дети, конечно же, изображают все, что чувствуют. Родители эти рисунки могут хранить. Если мы на них внимательно посмотрим, то мы можем увидеть то, что может быть часто даже не увидено в каком-то очень близком общении. Вот здесь, например, посмотрите, ребенок рисует вертикальную линию. Для чего? Для того, чтобы пытаться систематизировать
рисунок относительно правой и левой стороны, но все равно ему это не очень удается. О чем здесь идет речь? Ну, прежде всего о том, что у ребенку очень трудно дается внутренний контроль. И, соответственно, вот то, что ножки и так продолжают убегать, это история про то, что для внутренних таких, как это сейчас немножко мысль убежала, что ребенку не хватает самоорганизации и самомотивации. Он даже рисует эту опору на картинке. Если говорить вообще о гиперактивных, например, детях, или агрессивных детях, или тревожных детях, то тут есть особенности рисования. Вот, например, два рисунка гиперактивного ребенка. Здесь будет очень много небрежности, сложности попасть в границы, очень много штриховки. Это штриховка, которая в контуры не попадает. Неравномерный нажим, где-то очень линии какие-то неровные, неуверенные, да, неравномерные, крупные, размашистые. Это все дает нам некое вот представление о том, что это ребенок гиперактивный. Если мы посмотрим на рисунки агрессивных детей, они отличаются тоже абсолютно своими характеристиками. Это большое количество острых углов, острые зубы, острые шипы, острые клыки. Дети, которые в жизни привыкли добиваться своего с помощью кулаков, рисуют руки зачерченными, заштрихованными, иногда очень большими. Предпочитают темные цвета, яркие, желтые, зеленые. Вот так примерно выглядят рисунки. И мы сразу видим, что от предыдущей коллекции они очень сильно отличаются. Много зубов, напущенные брови, мощные руки. Здесь есть, опять же, некий маркер для того, чтобы на это обратить внимание. Ну, если мы говорим, например, о рисунке тревожных детей, то тут много зачерченных пятен, слишком прозрачных каких-то кусочков, исчезающих таких. Люди часто имеют темные заштрихованные глаза. Такие позы у этих людей статичные, они как будто замершие, как будто ждут, прислушиваются. И такие шедевры часто создаются с помощью ластика и простого карандаша. Например, ребенок, который, когда даешь ему листочек бумаги и говоришь, давай порисуем, он спрашивает, а у вас есть ластик и простой карандаш? Потому что я не уверен, что у меня с первого раза все получится, и я должен обязательно перерисовать. Тут, может быть, как и вопрос про тревожность, про некую педантичность, тоже характеризует личность ребенка. Тут тоже на это можно обратить внимание. Вот некоторые примеры. Вот такой сиреневой рамочки, яркий пример рисунка тревожного ребенка. Очень много одновременно и непрорисованных деталей. Маленький крошечный цветочек, большая туча, много дождя, крошечный человечек, большая мама. Ну вот тут какие-то такие противоречия, которые явно бросаются в глаза. Конечно же, можно отметить несколько слов о цветах. Но тоже опять нужно лишь держать в голове то, что каждый цвет имеет какую-то свою направленность. Я вам эту презентацию скидываю, поэтому я бы на цветах не стала останавливаться, так как она у вас будет, и вы сможете поисследовать ее отдельно. Ну, например, красный больше про активность, синий про покой, мы тут это знаем. Зеленый цвет часто становится любимым цветом на фоне кризиса взросления, 2-3 лет, школьного кризиса и так далее. Желтый – оптимизм и жизненной энергии. Черный – мрачное восприятие жизни. Темные тона – неуверенность. Оранжевая энергия – сила красного, смешанная с жизнерадостностью и авантюризмом желтого. Ну и тут есть дополнительно фиолетовый, да, где который цвет фантазии, интуиции, чувствительности, ранимости. Розовый как цвет оптимизма, беззаботности и кокетства. И розовый такой цвет, как мягкий, красный, разбавленный белым. Да? Он слабее, чем красный, который олицетворяет энергию и активность. Но в это в то же время очень нежный,
слабый, робкий, ранимый ребенок, который предпочитает исключительно розовый цвет, как любимый для рисования. Но тут же мы опять должны заметить, что у ребенка должно быть полная коллекция цветов на выбор, хорошего качества, а то если у него единственный заточенный карандаш фиолетовый, интерпретировать его выбор будет сложно. Потому что выбор можно интерпретировать только тогда, когда действительно есть хорошее качество и возможность проанализировать. И возможно, когда есть выбор качественных инструментов для рисования. Вот про это хотел сказать. Да, ну и вот опять же, да, вот смотрите, насколько насыщенная цветовая гамма, или же наоборот, вот здесь вот неиспользуемые цвета практически совсем. Говорит тоже о силе характера ребенка. Ну и если ответить на вопрос, что рисуют дети, то они рисуют то, что для них важно. Это и люди, и животные, и дома, деревья. Что-то, но не все известно им о предмете, то, что важно сейчас в зоне их актуального развития. То, что им в этот момент вспомнилось, это идея какая-то важная и значимая сейчас. То есть это про что-то, что сейчас для детей актуально. То, что они видят, то, что для них вот сейчас запечатлилось. Ну и их внутреннюю фантазию, незримую реальность, что для нас безмерно радостно и значимо, как психолог. Ну и, соответственно, какие тесты мы можем применять, самые простые, которые доступны не только психологам, но и любому специалисту, и в том числе родителям. Да? Вообще, когда мы рисуем что-то на бумаге, так или иначе мы рисуем себя. Есть несколько простых тестов, которые позволяют через рисунок, ну, в общем-то, можно рисовать любой предмет, и рассказывая об этом предмете, вы все равно будете говорить о себе. Это тоже все можно применять. Ну, например, вот на этом рисунке мы можем увидеть человека, это мальчик, который рисовал этот рисунок, у него большие страхи, связанные с проявлением, отказ от взаимодействия с другими людьми. Видите, руки спрятаны за спину, не готов контактировать с миром. Ну, и ключевые методики, которые применяются. Одна из них – методика «Моя семья». У нее есть много разных описаний, но простая интерпретация, которую мы можем сделать, это посмотреть значимость фигур в семейной системе, из кого семейная система состоит. Мы должны наблюдать процесс рисования. Какие цвета использует ребенок, обобщает ли кого-то с кем-то в какие-то цвета. Например, себя с мамой рисует розовым, а сестренку с папой рисует коричневым. То есть тем самым некие коалиции можем увидеть. Последовательность слева направо рисуются значимые фигуры. Или же, ну, в зависимости от того, как последовательно ребенок изображает. Самая вот здесь значимая фигура мама, Яна, потом младший брат, бабушка и папа. И обратите внимание, вот на этой картинке достаточно просто интерпретировать, что папа очень сильно отличается от всех остальных. Он, во-первых, выделен, во-вторых, у него появляются какие-то дополнительные детали. Он немножко как будто в стороне, да, от остальных фигур стоит. И если вот у двух фигур есть даже пуговки, как прорисовка деталей, то у папы таких уже особенностей нет. Вот. Ну и смотрим в целом по рисунку семьи, кто включен в состав семьи. Если ребенок, например, рисует на одной стороне себя, всех остальных на другой стороне, ну, яркая отверженность, да, дает нам вопрос о том, какие происходят взаимодействия. Может быть, разные методики, например, разная интерпретация этой методики. Например, это может быть семья животных, нарисовать свою семью как семья каких-то животных. Тоже хороший вариант, дающий возможность переключиться. Вот, и все особенности семейных взаимоотношений хорошо в семье прорисовываются. Вот здесь видно то, кто с кем взаимодействует и какие фигуры более весомые. Посмотрите на лица мамы и папы, они самые грустные здесь. Ну и такая вот достаточно плотненькая связь. Все стоят рядышком друг за другом. Рисунок человека можно использовать в формате
достаточно простой методики. Нарисуй свой собственный автопортрет. И начиная уже с трехлетнего возраста, когда появляется головонок, автопортрет хорошо отражает то, как человек видит себя. К 4 годам это будут уже примитивные схемы, к 6 годам уже детализированные. И по ним, общаясь с ребенком, можно изобразить. Вот здесь посмотрите, человек как будто сидит на стуле, но надо уточнить. Если человек сидит на стуле, то это прежде всего говорит о необходимости опоры. Вот здесь, ну, здесь может быть еще особенности возрастного рисования, в зависимости от того, с 4 года ребенка мы еще на это внимание не обращаем. Если это рисует 6- или 7-летний ребенок, то я бы обратила внимание на то, что человек не стоит ровно на земле, а почему-то падает. Ну и вот здесь вот у нас есть какая-то прям то ли пуговичка, то ли ранка, и об этом тоже можно поговорить. Также широко распространенная методика – это методика несуществующее животное. Интерпретацию, я думаю, что можете найти в интернете, если вам захочется. Это уже более психологичный тест, посложнее, но там есть детали, на которые можно обратить внимание. Например, насколько используется агрессивность, да, насколько агрессивное животное. Вот тут мирное животное, несуществующее животное, змеи, три головы. Нет ни одной острой детали, зубов даже нет, клыков нет. Здесь тоже достаточно мирное животное, нарисованное Юлей, 15 лет. Вот, и оно может быть абсолютно в разных форматах, и по интерпретации можно посмотреть основные черты, которые проявляются у ребенка, и то, на что обратить внимание. Одна еще методика, которая мне очень нравится, это методика рисунок дерева. Я бы вам предложила самим взять и нарисовать дерево. Любое дерево, какое вам захочется. Здесь, конечно, уже есть образец, и это не очень правильно по исполнению. Но рисунок дерева – это один из моих любимых. Он говорит и о структуре личности, и в любом возрасте шикарно подходит. Иногда просто достаточно попросить нарисовать дерево, чтобы поговорить о том, как человек себя видит. В дереве выделяют несколько частей. Это наличие корней, это наличие ствола, это наличие кроны. Корни, как связь с родственниками, с родом, с близкими, их наличие или отсутствие помогает, говорит о том, насколько близка связь с семьей, с родом. Ствол, о том, насколько он широкий, гладкий, ровный, говорит о силе личности, вообще о характере ребенка или взрослого. И, соответственно, крона, чем она хаотичней, или же, наоборот, очень округлая. Вот здесь, например, говорит о взаимодействии с внешним миром и о сложности контактов. Вот на этом рисунке вот прям я бы спросила, не в переизбытке ли у вас ребенок на всяких кружках и событиях, потому что каша, которая происходит в его внутреннем мире, прямо ощущается и на рисунке. А вот здесь, наоборот, недостаток контактов, оголенность, внутреннего мира вот такая, да, что он ни с кем не взаимодействует, потому что крона – это некая картинка вот внутреннего мира. И под тест дерева, рисунок дерева, я скинула две методики его интерпретации вам в файлах, вы можете их взять, использовать, если вам захочется, если вам будет это подходящей методикой, потому что методика простая, и по одной картинке уже можно заметить особенности характера ребенка. Если он нарисует, например, дерево какое-то хвойное, то говорит о защищающих компонентах личности, да, о том, что он сейчас находится в обороне. Например, я делала для нескольких групп эту методику. В одном классе две девочки нарисовали очень-очень колючие елки. И потом уже мы с ними общались, и они говорят, знаете, мы поссорились. Вот они вдвоем поссорились, они защищаются. Или мальчик рисует яркую пальму, очень демонстративное поведение, необычное дерево, яркое дерево. Говорит о том, что очень яркий характер, лидирующий, и роль лидера ему бы неплохо было присвоить этому ребенку. Что еще мы можем обратить внимание? Ну, я вам тут перечислила литературу и по интерпретации детского рисунка, и вообще по этапам развития, ну и включила сюда
учебник Обуховой по возрастной психологии, потому что это связано и с возрастным развитием. В Венгрии есть большое количество психологических рисуночных тестов, если вам это интересно. Ну и несколько слов буквально отмечу о том, как выполнять рисунок, что это важно. Вот я как раз по интерпретации рисунков даю вам тест дерева, скидываю. Все остальные вы можете, в принципе, найти, они достаточно распространены и общедоступны. Но я бы не опиралась только на эту интерпретацию. То есть конкретная, подробная схема нужна, чтобы вам в голове видеть картинку. Чтобы вам понимать, вот сейчас я смотрю и на что я обращаю внимание. Остальное очень большую роль играет диалог с ребенком. Я бы не бралась интерпретировать рисунки вообще без наличия конкретного клиента или конкретного исполнителя этих рисунков. Потому что нужно видеть, как он их рисовал. Нажим, опять же, да, количество штриховки. Все это говорит о том, насколько ребенок напряжен, расслаблен, использование цветов. Вот что важно, что у ребенка должно быть хотя бы 15 минут для рисования. У него должен быть формат бумаги А4 без клеточек или листочков, чистый. Он должен рисовать желательно цветными карандашами. Это лучший из вариантов, в котором есть не менее 6 цветов. И ни в коем случае не нужно подсказывать, что рисовать. Потому что задание должно звучать так. Нарисуй какое-нибудь дерево. Нарисуй какую-нибудь линию. Все уточняющие вопросы отвечайте как хочешь. Выбирать тебе. Можно пользоваться стирательной резинкой, если для ребенка это важно. Ну и если анализируем, смотрим общее эмоциональное впечатление, какое производит впечатление рисунок ребенка. Иногда берешь рисунок, и ты сразу понимаешь, что здесь что-то не так. Какой-то там эмоциональный отклик рождается сразу. Тебе страшно, тревожно, или ты, смотря на этот рисунок, понимаешь, что есть какой-то внутренний вот боль, надрыв. Это достаточно легко считывается, если ребенок рисует спокойно и без задания на какую-то дополнительную тему. Посмотреть отдельные зоны, как прорисованы. Опять же, да, если, например, в интерпретации дерева, то мы можем тут обратить внимание на, где оно расположено в пространстве. Близко, далеко, маленькое, большое. Вот такусенькое крошечное дерево рисует человек на всем листе. О чем это говорит? Ну, конечно же, о низкой самооценке и о неуверенности, если он о себе в пространстве заявляет вот таким деревцем в 3 сантиметра. Вот, цвета, детали. И что, можно спросить, дать название. И вот такие творческие рисунки могут быть на разные темы. Например, попросить ребенка нарисовать рисунок на тему «Я в школе». Цель – определение, с какой мотивацией он посещает школу. Он вам очень четко отобразит, что в школе для него важно. Общаться с друзьями, сидеть за партой, слушать учителя, решать кроссворды, отвечать у доски или что-то еще. «Мой мир» – про взаимоотношения с окружающей системой, с миром. Увидеть, из чего состоит мир, что важного внутри мира ребенка. Тоже творческое задание, которое можно попросить объяснить. То есть это можно вообще дать как цель некого внеурочного занятия. Это может быть сделано в группе. Но единственное, чтобы это не была очень большая группа, чтобы они успели поделиться. Так, а если тревога, которая считывается, это состояние того, чтобы того, кто проводит диагностику. Ну, Наталья, здесь очень важно тогда быть самому, что называется, в контакте с собой. Если вы знаете, что это ваша тревога, то тогда вам к своему специалисту. Просто здесь я говорю о ситуации, когда есть хорошая эмпатия и понимание своих состояний. Естественно, накладывающееся состояние психолога может сыграть роль. Но тогда вам вообще трудно будет все интерпретировать. Если вы педагог, то тоже как бы вы свое состояние можете считывать, но позадавайте вопросы ребенку, обратите внимание на детали. Безусловно, субъективность тут может сработать, но она не играет такой огромной роли, особенно с опытом. Спасибо большое за отзывы. Еще есть из таких вариантов, которые я могу предложить, но это вот моя семья, которую я уже рассказала подробно.
и нарисовать себя. Например, рисунок «Я». Какой я есть? Ну и тест дерева я вам скинула в прикрепленных документах. Спасибо вам большое. На этом мое сегодняшнее выступление завершается. Надеюсь, что смогла систематизировать тот большой пласт чудесной информации про детские рисунки. И их интерпретация – это всегда большое творчество. И работа с детскими рисунками, как со способом выражения их душевных состояний, это большая, приятная и очень радостная работа. Спасибо вам большое. Рада была вас всех видеть в такой огромной географии. И до новых встреч. Всего доброго.